В нашем городе программа «Молодая семья» действует с июня 2006 года. За это время социальные выплаты для улучшения жилищных условий получили 388 молодых семей. В июне этого года был приказ Министерства социальной политики, по этому приказу 7 молодых семей города Сарова готовятся сейчас к получению свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Причем две семьи из этого списка – это многодетные семьи, а многодетные семьи в рамках этой программы у нас вне очередники. На момент участия в государственной программе супруги не должны быть старше 35 лет. Это распространяется и на неполные семьи, где ребенка воспитывает только один из родителей. Также семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, но при этом иметь стабильный доход, который позволит выплачивать кредит. Сумма выплаты рассчитывается от состава семьи. Составляет она 35% от расчетной стоимости. При этом стоимость метра, естественно, применяется не по городу Сарова, а установленной по Нижегородской области. Она сейчас составляет 46 тысяч. В этом году в порядке подачи документов на участие в программе произошли изменения. Если раньше документы можно было подать до 1 сентября, то теперь это можно сделать только до 1 июня. Всего на 2019 год подали заявление 46 молодых семей. Но, как показывает практика, субсидии в итоге получат не более 10. Финансирование предусматривается за счет средств трех бюджетов – федерального, областного, местного. И распределение средств идет именно пропорционально полученным средствам за счет федерального бюджета. Но по городу Сарова, в принципе, по сравнению с другими органами местного самоуправления, 7 семей – это, в принципе, неплохая цифра. У нас же есть еще и местная программа по получению социальных выплат, просто для нуждающихся. Там может быть чуть меньшая сумма, но более вероятное получение выплат. На самом деле программ много. Получить консультацию по программе «Молодая семья» можно в городской администрации в кабинете 123 по понедельникам, вторникам и четвергам. Телефон для справок 990-57. Наталья Петрунина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.